Здоровье – одна из важнейших ценностей абсолютно для всех. К сожалению, нам не всегда удается поддерживать его на должном уровне, хотя каждый из нас по разным причинам неоднократно прибегал к медицинской помощи. Нашему здоровью всегда что-то угрожает – бактерии, вирусы и даже постоянный стресс. Но будь то простуда или хандра, не говоря уже о более серьезных причинах, мы всегда обращаемся к людям в белых халатах. Их называют по-разному. Медики, врачи, доктора, волшебники. Среди них есть те, кого мы зовем, когда нам становится плохо в первую очередь. Это именно те врачи, которые всегда на передовой, работники скорой помощи. И сегодня я хочу познакомить вас с одной из тех, от чего профессионализм и чуткости зависят жизни людей. Главным фельдшером станции скорой помощи Черкесска, заслуженным работником здравоохранения республики Людмилой Васильевой. Людмила Николаевна с отличием закончила Черкесское медучилище и по распределению попала на работу на скорую, стала фельдшером выездной бригады, а теперь она главный фельдшер станции, посвятивший более 40 лет своей жизни медицине. За любовь к людям и стремление им помочь Людмила Васильева стала обладателем высокого звания «Отличник здравоохранения». Как ей удается совмещать в себе роли ласковой мамы, трепетной бабушки, любящей супруги и высококлассного медика, она расскажет нам прямо сейчас. Людмила Николаевна, мне очень приятно, что вы в своем таком активном графике все-таки выделили немного времени для нас и поделитесь историей своей жизни, своей любимой работы. Говорю любимой, потому что проработав 40 лет, даже более, на нелюбимой это невозможно. Но мой излюбленный вопрос для начала. Расскажите о себе, какая вы? Однозначно не могу ответить. Но те качества, которые во мне есть, это все-таки спасибо родители привили, а именно трудолюбие. Я дитя своего времени, советского воспитания. Это тоже, наверное, отложило свой отпечаток. Были моменты, когда мне предлагали, допустим, другие работы, но я не могла бросить скорую. Я не могла. Как я буду без скорой? Какая я? Ну, наверное, про меня это больше скажет коллектив, какая я. Но в душе для меня, ну, во-первых, я работаю главным фельдшером, и моя работа первонаперво связана с коллективом. И измерять всех одинаково не могу. Как я для себя вывела формулу, прямая должна быть только линейка. Все остальные – это индивидуальные личности. Всех воспринимать, какие они есть, умение общаться с людьми, умение находить общий язык. Ну, смело могу сказать, что нахожу общий язык, потому что в коллективе работает от 19 лет, ну, и за 60 возраст. Вот с таким коллективом я работаю. Вспыльчивая себя не могу сказать. Может быть, где-то в душе бывает пламя бушует. Наверное, без этого не обойтись, потому что мы все люди. Но я не имею права вспылить на них. Я должна выслушать, сделать. Моя главная работа – это обеспечить город скорой помощью, потому что в наше нелегкое время это проблематично. Вот. А в остальном я мама, я жена, я бабушка,
я невестка. Ну и все статусы, которые к этому возрасту, они у меня есть. Вот такая я. Но будучи человеком со стороны и заочно мы с вами были знакомы, я была, конечно же, наслышана, и от себя могу добавить, что вы очень ответственный и преданный человек. Я думаю, это, в принципе, и зрители наши тоже поняли. Раз уж мы вначале заговорили о ваших родителях, что они привили вам самые лучшие качества, давайте расскажите нам, пожалуйста, о них. Вот о родителях я не могу говорить спокойно, потому что их сейчас уже нет. Это самые обычные люди, трудяги, всю жизнь проработавшие в колхозе, отец водителем, мама на центральном таку работала, воспитали 4 детей, нас в семье 4, 2 брата, сестра и я. Я младший ребенок в семье. 40 лет прожили они в семье, в браке. Я уроженка Краснодарского края вообще. И здесь я осталась по окончании медколледжа по распределению. Поэтому часть моей души, знаете, часть моей души все-таки в станице. Потому что бывают моменты, когда мне просто необходимо поехать туда. Были такие ситуации, когда я подъехав, ну, если кто территориально знает станицу Отрадную, то, увидев ее с горы, я могла вернуться домой, потому что я увидела, и я успокоилась. Жила наша семья, как все в то время, обычно, воспитывали детей, работали. На сегодняшний день, что скажу, отец участник войны. Вот у меня с собой самые дорогие документы, которые мне, это военный билет моего отца. В 23 года он ушел на фронт. В 41-м году. В 45-м году в ноябре он демобилизовался. Его отец погиб на фронте. И мы в 2015 году нашли его. Он погиб при защите Сталинграда. Мы ездили с братьями туда. Вот. На сегодняшний день братья, сестра, мы все общаемся. Я могу сказать это для себя и для всех, у которых в семьях бывают какие-то конфликты, когда потеряно родители, как я считаю, что это корни теряются. Нам, нашим родителям, за нас не стыдно. Мы общаемся, мы друг другу помогаем материально, духовно. Мы общаемся, как и было в прежние времена. Вот. В родительском доме брат проживает, другой рядом живет, сестра в станице живет. Приезжают в гости, я езжу в гости. Ну, вот в последнее время из-за этой ситуации с коронавирусом просто я опасаюсь лишний раз, потому что я общаюсь и с больными, и коллектив работает в этой ситуации повышенной напряженности. Поэтому общаемся только по телевидению, это по телефону таким образом. Но связь поддерживаем. Родня многочисленная. У моего отца тоже была большая семья. У мамы все дружные. Вот, знаете, проживая здесь, в республике, я приехала сюда 17-летней девчонкой, окончила училище. В принципе, мое становление как человека взрослого произошло в республике. И я вам скажу откровенно, я благодарна тому, чему я здесь научилась. Вот этой дружбе, желанию помочь, поддерживать отношения. Даже мой старший двоюродный брат мне когда-то сказал, говорит, слушай, ты младше нас, а ты нам такие вещи сказала. И вот те моменты, когда мы начали вот более плотнее общаться, помнят мои дети, говорят, мама, помнишь, как мы ездили туда? Ну вот те моменты, которые невзначай, может, кому-то они неинтересны, а для нас это значимо становится, не потеряна нить от наших предков. Вот для меня это очень важно. Это не красивые, не высокие слова, но для меня это очень важно. Как важно, что вы сейчас можете приехать в родной свой уголок, увидеть этот дом, как я даже представляю, посидеть на лавочке во дворе. Это же, не знаю, возле дерева столько воспоминаний, столько впечатлений, столько тепла и спокойствия можно там получить. Вы сейчас такие струнки вот во мне затронули. Вы знаете, когда в доме исчез запах мамы, это была трагедия. Это была просто трагедия. Со временем там племянник стал жить, дом наш сохранился, брат его чуть перестроил, облагородил, да. Но, тем не менее, он есть, и я, когда приезжаю туда, ну, я просто напиваюсь жизненной энергией. Вот такие я испытываю ощущения. Это передалось и детям. Я очень рада,
Хотя это я им не рассказывала, я им не навязывала. Я просто рассказывала, как жили мои родители, как жила моя бабушка, как делала моя мама. Она никогда не говорила, что там надо помогать. Она не словами, а делом. Это я видела, и я вижу это сейчас в своих детях, когда просто приезжают с подарками, с гостинцами. Ну вот такая наша семья. Простая, обычная. Я считаю, ничего сверхъестественного нет. Вот так живем. Жить так нетрудно, когда что-то, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я так считаю. Скажите, пожалуйста, у вас в роду были работники медицины? Старшего брата жена была акушеркой. Светлая память Надежде. Но ее умение молодой девчонки, она же тоже молодая была, пересказать мне суть профессии и подсказать некоторые моменты, которые не описываются в книжках. Наверное, это как-то повлияло. И повлияли еще наши друзья из Азербайджана. К нам приезжали друзья, семья врачей, преподающих в Бакинском мединституте. И вот они приезжали отдыхать. И они, большей части, наверное, от них я это получила, желание работать в медицине. И вот я им благодарна. Поэтому я 40 лет в профессии. Я помню, юная девочка, я очень хотела сама поступить в медицинский колледж. И в какой-то момент, когда я начала более глубже изучать, знакомиться с этой профессией, я поняла, насколько она ответственная и насколько она опасная. Не для себя, а для чужого человека. Ты можешь кому-то навредить, если что-то пойдет не так. И у меня появился жуткий страх. И так у меня отошли мысли в сторону, я не смогла его победить. Вы сталкивались с таким страхом, что вдруг не получится? Нет. Вы знаете, нет. Наверное, это все-таки воспитание того времени. Вот я озвучу, может быть, у нас коснется тема сегодняшнего дня, проблемы сегодняшнего дня, да? Те учителя, которые были с нами рядом, те врачи, которые мы были на практике, они нам давали делать практически, может быть, это лишнее было с их стороны, но мы хватали все, любую возможность, чтобы чему-то научиться. И вот первый вызов, это на практике в Медногорске, может, кто-то посмеется над моими словами, но я его помню по сей день, ощущение спасения мира. Это чувствовалось. Мы с подружкой вместе, с фельдшером Воловиковой ехали на вызов из Медногорска в поселок Уруб. Но ощущение, что мы спасем весь мир. И, ну, пожалуй, вот эти чувства остались на всю жизнь. Поэтому в нашей профессии мы не для того, чтобы бояться. Мы для того, чтобы помогать. И больной, он вызвал нас не плакать рядом с ним. Он вызвал в надежде, что я приду или мой коллега придет, что успокоит, направит на нужном направлении, медикаментозно поможет, вот тогда действительно надо идти в профессию. А если ты приходишь и свои чувства на показ показываешь, ну, грош цена нам. Скажу, вот на сегодняшний день много было коллег по работе, единицы случайных людей приходили в скорую. Приходили, знаете, с каким желанием? Ну, красивая машина, а я вот здесь такой в белом халате. Но эти люди через 2-3 недели, самое большее месяц, их жизнь сама выталкивала. К счастью, хватило у них всех благоразумия разобраться в своих чувствах, в своих знаниях, и они ушли. А на сегодняшний день вы видели наш коллектив? Это девчонки, это мальчишки, это мои дюймовочки. Но они работают, в них столько задора, в них столько энергии. Да, может быть, где-то они не дотягивают, может быть. Но желание учиться, слышать и уметь воспринять это в себя, у них это есть. Поэтому все мои вот фельдшера, девочки, ребята замечательные. Поэтому, ну, это мои дети. Есть у меня внебрачные дети различных национальностей, я так говорю. Но я их всех люблю. Вот случайных людей нет. И
Ну, город наш может спокойно быть. Вот в ночь, в праздники, на ком город остается? На этих девчонках и мальчишках. Потому что люди более старшего возраста, это диспетчерская служба, тоже умение дифференцировать прием вызовов, направить нужную бригаду, умение с людьми пообщаться, успокоить. Это нужен опыт. Амбулаторный кабинет, к нам приезжают люди тоже за помощью. А выездные бригады – это более молодой коллектив. Но еще раз повторю, все замечательные. Бывает, их ругаю, но ругаю их как мама. Мама может поругать, но это сегодня и сейчас за конкретную ситуацию, если они не правы. Никогда в моей душе нет такого, что я потом это буду вспоминать. Ну, во-первых, они тоже чьи-то дети. И я им всегда говорю, вас мама отправила сюда помогать. Лечить, учиться. Вот так, в таком я живу, в содружестве. В ответ получаю тоже. Знаете, ну вот день рождения у меня в этом году было. Юбилей. Это была суббота. В пятницу коллектив, администрация поздравляла. Они утром приехали, чем меня ошарашили. Это были громадные буквы, шарики. Это торт, это цветы. Вот. Ну вот как их не любить? Вот как к ним относиться как-то по-другому? Поэтому иначе никак нельзя. Чтобы получать от них адекватную реакцию, надо быть самим к ним. С терпением, с любовью. И вот так жить. Тогда будет комфортно. Тогда живешь в комфорте. В ладу сами с собой, так я называю. Вот так. Согласна. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день входит в обязанности главного фельдшера? Потому что я, когда изучала фельдшер, это у них другие обязанности, а главный фельдшер, я уже понимаю, что вы как мама, и поможете, и подскажете. Но что еще? Крайне разносторонняя работа. Крайне. Это первая работа с кадрами. Вот мы сейчас об этом поговорили. Это обеспечение бригад кадрами, потому что жизнь течет так, и больничные листы, и замуж выходят, и в декретный отпуск уходят. Кадров не хватает, большая кадровая проблема, а город должен быть обеспечен скорой помощью. Поэтому умение составить графики и водительские, фельдшерские, обеспечение медикаментами, кроме оказания помощи больным экстренным, мы еще оказываем категории онкологическим больным. Это тоже отдельная бригада. Работает очень душевная медсестры. Очень. Я неоднократно была свидетелями. Просто на улице, когда подходили люди, к которым они выезжали, и вот с необыкновенным трепетом вот благодарили. Знаете, вот на них полагаюсь, потому что моменты есть, когда максимум внимания до последних часов надо. Санэпидрежим. Это первое после лечебных мероприятий. Может быть, даже наравне, потому что я всегда говорю, ну, можно сделать все хорошо, перечеркнуть одними грязными руками. Поэтому здесь в части законодательства очень много изменений. Знакомить коллектив с этими изменениями, требовать, чтобы то, что положено для экстренной ситуации, у них с собой было. Хотя вы обратили внимание, просто как житель Черкесска, все бригады по одному практически. Не хватает людей, поэтому фельдшер несет сумку, кардиограф, еще дополнительные методы исследования. Все это на одном человеке. Но все должно быть стерильно, если это стерильный материал. Все должно быть обеспечено инфекционная безопасность. Это тоже это крайне важная ситуация. Медицинское обследование наших сотрудников за их здоровьем. Медосмотры периодически проводим. Но это в большей части работа руководителя замглавврача. Вот в этом году мы замечательную работу выполнили. Все сотрудники прошли медицинский осмотр. 100% коллектив. Но это больше работа главного врача, юриста. Обеспечили. Мы обеспечили явку. Вот поэтому каждый день сказать, что я на завтра спрогнозировала день, и он у меня будет складываться так, как я
так не получается. Потому что бывает ряд вопросов, которые надо ответы дать. Минздрав или юридические какие-то службы. То есть последовательность, ну, надо сделать. Вот есть задача ее сделать, вернуться к прежней. Ну и вот в таком ритме же. Но без этого я уже не могу. Я не могу. Вот 8 дней выходных, они даются тяжко. Где ну, вы берете силы? Наверное, в семье. Знаете, племянник мой военный, недавно, будучи в гостях, ну, мой муж, у нас мой муж замечательный человек. У меня поддержка большая. Причем есть у нас проблемы со здоровьем у него. Но если бы не было этого тыла, ничего бы не свершилось. Потому что, ну, я с работы прихожу поздно и домой несу бумаги. Но племянник, как сказал, когда он хвастался в очередной раз, там тетю Люду наградили, он сказал: «Дядь Саш, победа в воздухе куется на земле». Ну, вот так. Это семья, это дети, скажем так, не доставляющие проблем. Ну, дети уже взрослые, уже я в статусе бабушки, поэтому с внуками легче, внуков же надо баловать. Конечно. Вот, поэтому, потому что разные поколения, я не испытала от своих бабушек вот этого, да, было тепло, но не было этой изюминки баловства, выполнения всех желаний. Деды погибли на фронте. Вы знаете, как мне хотелось, чтобы у меня был дед? Я завидовала соседским детям, у которых были вот деды. Поэтому вот это все сейчас компенсируется в этой части. Я считаю, семья. У каждого должна быть семья, надежный тыл, к которому придешь, положишь голову на плечо. И вот когда наши девчонки замуж выходят, мальчишки женятся, я всегда даю им напутствие, как своим детям. То, что я говорила своим детям, ну, я понимаю, что я не мама, я не имею права командовать, но напутствие, как своим детям, я даю. Всякие моменты бывают в жизни. Минуточку, говорю, помолчи, минуточку. И вот недавно у нас пара поженились, они уехали в Новый Уренгой, и она говорит: «А вы знаете, я помню, что вы мне говорили». Я говорю: «Что?» Вот когда я вскипела, я вспоминаю ваши слова: «Минуточку», говорю, и оно работает. Вот так. Строить надо отношения, думаю. И доверие. Соблазнов у молодой семьи много. Ну, я скажу, наверное, мне повезло. Вот знаете, как в школе в мою юность были вечера, тогда же так называлось. Танцы. Вот танцы, да. И вот открыточку давали половина мальчишкам, половина девчонкам. И вот свою открыточку пару найти, наверное, я нашла вот виртуально. В своем муже. Вот далеко не будем отходить. Вы нам расскажите, где и как вы с ним познакомились? Как он завоевал ваше сердце? Ну, история знакомства абсолютно проста. Его тетушка работала в скорой фельдшером. Ну и когда пришли молодые кадры, скажем так, на меня положила взор свой. Что и происходит, скажем так, сейчас в жизни, такова жизнь. Это тогда, кажется, только со мной происходит такое. Познакомились. В январе, а в октябре мы поженились. Он оканчивал Куйбышевский индустриально-педагогический техникум. Он на практике был, я на специализации. Ну, летом уже встретились. Ну и, в принципе, он объявил, что он женится. Что он женится осенью. Вот так было предложение. У нас 9 октября был 39-летний юбилей. Мы чествуем в нашей семье. Этот день чествуется всегда. Всегда чествуется. Ну и вот мы живем, двое детей, живем дружно. Я желаю так, чтобы если мои дети будут хотя бы половину так жить, как мы живем, я буду спокойна в старости. Хотя я взрослый человек, но слово «старость» пока еще нет, не нет, про нет, меня. Еще, да. Это далеко от вас, поэтому расскажите о ваших детках. Какой путь они в жизни выбрали, профессию? Сын меня и дочь. Сын окончил Ставропольский политехнический институт по экономике и бухучёту. Ну, в настоящий момент проживают дети оба в Крыму.
работает, ну, опосредованно к своей профессии, не именно по профессии. Дочь тоже, зять увез всех в Крым. В какой-то момент я сказала, что дети должны жить своей жизнью. Да, помогают, не нашей жизнью. Это мое вот убеждение. На сегодняшний день не могу четко сказать, права я в этом или нет, потому что скучаю. Скучаю за внуками, за ними скучаю. Ну вот предыдущие выходные приезжали, порадовали, помогли. Ну, сейчас доступна связь железнодорожная, телефон нам помощь. Поэтому вот такого не испытываешь, хотя физического контакта не хватает. А так на связи каждый день, ну, пока не страдаем. Но они там устроились хорошо. Кстати, дочь на юбилей присоединения Крыма, когда телекомпания «Архыз» интервью брала у людей, уехавших в Крым из Черкесска, из Крыма приехавших в Черкесск, вот человеком, который уехал из Черкесска в Крым, моя дочь давала интервью. Очень нравится им там, климат хорошо, трудоустроены. Ну, это главная составляющая, вот так скажу. Поэтому они там. Ну, возможно, спустя какое-то время они все-таки захотят вернуться. А может быть, вас заберут. Скажут, нет, все, мы без вас не можем. Я об этом думала. Ну, вы знаете, лучше черкесское место. Два места на земле. Это моя родная станица и Черкесская. Это места, куда я прикипела. Это не просто вот там я вот здесь живу. Эти чувства, которые ты испытал, вот уезжая далеко, и я когда подъезжаю с любой стороны в Черкесск, я вижу надпись «Черкесск», все, вот я здесь, я дома, это мой дом. Поэтому вряд ли я куда-то отсюда уеду, вряд ли. Поэтому здесь очень красиво, здесь ярко, здесь яркие человеческие взаимоотношения, здесь открытые человеческие взаимоотношения. Вам сказать, что я вот, да, я жительница только Черкесска. Я была во многих местах, но я не везде вижу вот такое участие. Когда человек, когда только приехал сюда, сосед, и ты налаживаешь с ним настолько тесные отношения, кажется, он давно здесь проживал, и не испытываешь, что это чужак. У нас нет слова «чужак» вообще в общении. Вот поэтому я из Черкесска, пожалуй, никуда. Я с вами солидарна. Причем как воспитание детей, что они уже, если выросли, то все, это у них своя жизнь. Да. Ровно точно так же и в этом, и в том, что... Надо очень корректно вмешиваться, не мешать. Все взрослые люди сейчас. Да, где-то надо корректировать, помогать, но они должны свой путь сами проходить. Но в сторону медицины так никто и не проявил интерес. Из детей нет, но я вам скажу, если этого чувства нет, и я понимаю, что у сына этого чувства нет отношения к медицине. У дочери, несмотря на то, что у нее тоже экономическое образование, она работала в САБЕСе в свое время, у нее есть внутреннее чутье. Иногда я жалею, что я ее не отдала в медицину. Иногда бывают такие моменты. В чем проявляется? Она чувствует чужую боль. Она оперативно отзывается. Соседка, пример. Соседка в роддоме в Крыму, они живут в поселок Форос. Ближайший роддом Ялта-Севастополь. Влево-право по 40 километров. Вот она спокойно, без скорой помощи, довезла, нашла, где роддом, сдала. И это у нее не вызывает страха. Вот как я помню, когда я еще была в 10 классе, соседский ребенок разбил голову. И в больницу повезла скорая не с мамой, а со мной. С соседской девочкой повезла. Вот у нее сейчас вот такие вот отношения. Она очень смело. Вот дети родились, она с ними пеленала с первого дня, прям самостоятельно. Поэтому ну, надо чутье, чтобы было. Мне просто повезло, наверное, что меня вот направили. И это я поняла, что это мое. Вот это мое. И людей надо любить. Вот я когда пришла в скорую, моя мама мне говорила, смотри, это чьи-то мамы, папы, бабушки.
Я это говорю всем студентам, я это говорю всем фельдшерам. Мало ли какое настроение у нас. До порога, но переступив порог, не имеешь права свои эмоции. Да, бывают ситуации, когда ряд больных, есть такая фраза, думали, что пройдет. Здесь имеешь право сказать, что где родня была, где вы были, почему вы человеку, он не может контролировать себя, бывают ситуации, где вы были. Вот здесь ты можешь высказать свои там претензии, все, не более. А во всех остальных ситуациях мы для того, чтобы помочь. Вот так я считаю. Но если вернуться в ваши студенческие, угу, уже не студенческие, угу, годы, скажем, в юные годы, когда вы устроились на работу, если мы отходим от мичуринской практики, угу, вы уже фельдшер. С какими сложностями вам приходилось сталкиваться? Ой, помню первый вызов, помню все сложные случаи. Пожалуй, самые сложные случаи, но опять же, вот прежде чем говорить, я благодарна учителям. Татьяна Кучуковна Джанчорова, она работает у нас в женской консультации в гинекологии. Это вопросы родовспоможения, это роды на дому. Вот эти ситуации, это же не каждый день, но так, как она вкладывала в нас. Я же еще спортом занималась, угу, и мы на соревнованиях за честь училища с подружкой, однокурсница ездили, ну, за что и поплатились двойками. Она сказала, мне интересуют ваши спортивные успехи. Вы здесь для того, чтобы научиться тому, что я вам даю. И вот мы читали, сдавали зачеты, и вот первые роды на дому, которые я приняла, это 84-й год. На сегодняшний день эта девочка очень успешна. Она окончила школу с серебряной медалью. Но почему я говорю, акцентирую? Это говорит о том, что процесс родовспоможения проведен, ну и правильно. Не было родовой травмы. Ну вот за судьбой девочки это я следила. Еще были несколько вот родов. Но испытываешь крайнее эмоциональное волнение. Это умираешь сам. Ну, вот здесь за двоих ответственных. Вот вопросы родовспоможения – это самое ответственное. Как я всегда говорила, ну, наша профессия такова, имеет место рождаться и умирать. Ну, вот я как всегда говорила, я лучше два инфаркта обслужу, отвезу, госпитализирую, чем одни роды. Очень ответственные моменты. Ну, вот до десятка родов я приняла. Ну, слава Богу, все благополучно. Это учителя, это стечение с небес, наверное, какая-то руками, Бог руководил, так же говорят. Вот это самое страшное. Все остальное, ну, это более прогнозировано. А вот так, еще один сейчас вот случай вспомнила, немаловажное в работе скорой водитель. Этого водителя сейчас нет в живых, но была ситуация, когда мы роженицу везли, нельзя было включать мигалки, сирены, нельзя было шум, свет, но надо было с района химзавода до роддома довезти. И вот благодаря этому человеку, эта женщина сейчас жива, потому что по времени на все ушло с момента подъезда и госпитализации 8 минут. Это потом я отчитывала по карточке все. Но это без водителя любой фельдшер не сделает ничего. Потому что надо грамотно довести, правильно транспортировать. Вот поэтому в этой части большая помощь нашим фельдшерам – это водительский состав. Люди работают многие годы уже. Скажем так, парамедики, можно к ним слово применить, потому что уровень знаний они подчерпывают от фельдшеров, тем более требования, которые предъявляются к водителю санитарного транспорта, не отличаются от требований, которые к санитарам, к водителю маршрутки. И здесь тандем. Вот у меня был водитель, пожилой мужчина, вот мы с ним работали,
Я только сажаю больного в машину, он уже знал, куда мы едем. Я говорю, откуда? Он говорит, а я знаю, что ты мне скажешь. Это сейчас у нас только республиканская больница, а тогда же все больницы по городу работали. Вот поэтому благодарность водителям большая вот с моей стороны всегда была. В скорой работают водители, знаете, особый контингент. Смело скажу, за наших водителей, это заслуга руководителя. У нас предрейсовые смотры тщательно, добросовестно. Поэтому тот, кто с зеленым змеем дружит, ну, тот, может быть, придет раз-два на работу. Раз придет, все, потом он уйдет. Поэтому здоровый коллектив в этой части, вот здоровый, большие помощники вот, медицинскому персоналу, большие помощники, водители наши. Многие работали семьями, десятками лет работали. Ну, вот, наверное, профессию надо любить. Надо профессия. Это не только средство зарабатывания денег. Это удовлетворение личное. Это не высокие там слова, что вот там я. Ну, я горжусь работой своей. И, знаете, иногда, может быть, и не только я, и многие другие. Мы думаем, что то, что умеем мы, умеют другие. Нет, вот этот эмоциональный барьер не каждый может преодолеть. И больному надо максимум, надо отдать себя, свои знания. Вот таким образом. Вот говоря об эмоциях, к сожалению, многие люди в порыве, видимо, отчаяния или вот именно в такие моменты, они не контролируют, что могут сказать, что могут обидеть человека в белом халате, что где вы были, почему вы так долго, или вот это вы сделали не так, может быть, какая-то агрессия даже из-за их нервного состояния. Как вы на это реагируете? Как вы с этим боретесь? Потому что, ну, какие бы крепкие нервы не были, психологическое спокойное состояние, мне кажется, можно человека вывести из себя. Знаете, это проблема не только сегодняшнего дня. На сегодняшний день, конечно, она обострилась, эпидситуация, это было всегда. Вы сейчас напомнили, я вспомнила один случай, когда вы, ну, подверглись нападению. Единственное, что скажу, спокойствие. Никогда на агрессию не отвечать агрессии. Зло рождает только зло. Никогда зло не родит добро. Поэтому спокойно, не вступая в конфликты. Надо понимать, не нести в себе эмоции с собой. Мы на работе. А то, что люди нервничают, ну, скорая помощь – это те состояния, когда что-то произошло страшное. Я сама вызывала скорую. И я перезванивала, где скорая, понимаете? Хотя я знаю, что выехали вовремя, все. Не зря же народная мудрость. Ждать и догонять – это самое тяжелое. Поэтому уметь надо разговаривать с людьми. Даже вот на этапе диспетчерской случайных людей нет там. Умение поговорить, потому что на том конце провода разные эмоции кипят, разные ситуации, от серьезных до курьезных, вот скажем так. Это имеет место быть в нашей работе. Людмила Николаевна, вы себе даже не представляете, насколько мне было приятно с вами вот так познакомиться, пообщаться, узнать о вашей жизни, о профессии. Я даже задумалась, а может быть и не надо было бояться, надо было идти без страха вперед, но... У каждого своя судьба. У каждого своя судьба. Видимо, мы должны были вот так в креслах с вами столкнуться. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, мы обязательно с вами еще увидимся. Мы вас не отпускаем с пустыми руками. У нашего проекта есть небольшой сюрприз для наших прекрасных женщин. Это фотосессия на память о нас. Спасибо. Спасибо за приглашение, за внимание к нашей профессии. Это не только ко мне, это к моей профессии, к моему коллективу.